Друзья, всем привет! Короче, привет, мы привет. С Лехой отправились сегодня за крупной рыбехой. Поехали в Хакасию, короче. Настроение вот окенное. Прекрасно. Погода, вот видите, классная. Еще местами снежок он лежит. Вообще суперски. Вот смотрите, друзья, какой вид здесь классный. Но уже вечереет, мы выехали к вечеру с Лехой, планируем добраться по светлу. Дорога дальняя у нас сегодня, кстати, друзья, от нас около 400 километров. Но рыба этого стоит, друзья, поэтому попрем сейчас, потихонечку будем снимать. Красиво музычку включим. Вот смотрите, какие скалы классные, вон расписано Новосиб. Написано, короче, Сибирь, одним словом. Ну все, друзья, сейчас потихонечку будем отправляться с Лехой, да? Отправимся. Отправимся в наше путешествие. Дорогу все равно видео будем снимать. Дорогу, да, маленько снимем под музыку. Если будет светло, птичку нашу запустим, квадрика, в небо. Вам покажем красоты. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее. Будет классно, интересно. Бомбезно, как я люблю говорить. Так что смотрите. Смотрите, да? Не перематывайте. Все. Отправляемся дальше с Лехой. Вон, смотрите, уже луна потихонечку выходит. Появляется, проявляется. Небо чистое. Голубое, классное. Ну все, друзья, мы поехали. Скажите что-нибудь. Ну все, друзья, подъезжаем к месту нашего прибытия с Алексеем.
Уже время 8:30 вечера. Настроение вот окенное. Обалденное настроение. Дорогу пролетели, даже не заметили. Вообще налегке доехали. С одним перекуром. Один, да? Один раз останавливались. И все. И вот мы подъезжаем к нашей цели. Короче, квадрик уже, наверное, в небо не подниму. Завтра заснимем. Все будет утром. Ну, а так вот вам, друзья, кусочек дороги, красоты сняли. Лучшие моменты вставим. Закат монтируем. Сейчас покажем, какой. Давай покажем красивый закат. Смотри, друзья, какой закат красивый. Такой сказочный прям. Как в сказке или в мультике. Аладдин. Вообще классно. Ну все, подъезжаем к месту. Ну что, на месте уже. Включим. Включимся там. Пойдем. Поставим, наверное, палаточку. Все, приготовимся. На вечерний клев обязательно. Все увидите, смотрите. Смотрите. И не перематывайте. Да, самое главное. Все, Лех, гаси. Гаси камеру. Все, друзья, мы прибыли. Наконец-то прибыли. И прибыли мы в зимушку-зиму. На улице минус один. Вот тут в горах, короче, дубак. Если бы мы у нас ехали плюс 11, здесь минус один. Представляете, перепад какой. На льду палаток еще. Еще лед, друзья. Как бы еще вообще зима, конкретная зима. Уже темняет. Сейчас мы с Лехой быстро переодеваемся. Очень быстро получится. А Леха, он говорит, быстро не получится. Получится очень быстро. Потому что холодно. Плюс все равно ветерочек поддует. Палаток на льду. Рыбаков на льду. Пресс. Друзья, уже большинство на удочку сидят. Все рыбачат. Все, везде вода. А здесь еще зима. Поэтому мы с Лехой приехали закрывать окончательно сезон. Ловить крупную рыбу. Леха, он палатку достает. У меня термобелье я достаю, а не палатку. Термуху достаю, говорит, одеваться. Ну, холодно, правда, друзья. Да ну нафиг. Вообще дубачос. Короче, сейчас быстро. Сперва идем, расставляемся с Настей. Ё-моё, там машину, что ли, на льду еще? Смотри. Или нет? Это палатка стоит. Такая большая палатка. Да. Ну, там... Такое ощущение, что машина еще на льду стоит, друзья. Вот столько машин, смотрите, сколько машин. А вот термобелье. Машин пресс, рыбаков пресс. Самый кайф рыбалки. Посмотрите, какая тут рыба ловится. Рыба вообще, о, зверюги. Короче, пойдем сейчас с Лехой. Все, друзья, не переключаемся. Будет темно, будем снимать с фонариком, где поклевки, все это в палаточке с Лехой. Кушать будем, варить. Красотень будет. Ну все, Лень, как ваше настроение? Прекрасно. Все, у Лехи. Настроение вот так. Вот такое настроение. Пускай завидуют многие нам. Все, друзья. У кого-то уже весенняя рыбалка на удочку, на простую, на спиннинг началась. А у нас еще зимняя не закрылась. Да. Мы не торопимся. Мы еще наслаждаться будем. Поэтому быстро сейчас переодеваемся, пока светло. А уже там на месте включусь, друзья. Короче, друзья, чистим лунку. Сейчас Леха будет устанавливать нашу снасть. Ну как нашу? Много на нее кто рыбачит. На самодельную нашу. На самодельную нашу, да, я хотел сказать. Которую мы с Лехой наделали тут. Под названием, друзья, кресты. Вот такая вот тема. Давай. Давай, Леха. Заряжай. Сейчас в темноте, друзья, может быть не шибко понятно. Завтра днем, конечно, все покажем, расскажем. Сейчас просто в торопях все расставляем. Единственное, надеемся, что будет поклевка. Сейчас начинаем, пока расставляем. Пока расставляем, может быть, и... будет поклевка. Заснимем обязательно. Как будет это выглядеть, не знаю. Ну вот так. Сейчас все расставим, потом спокойно пойдем в палаточку поставим. Все сделаем как надо, да, Лех? Холодает, морозик прям. Вот червячка Леха надевает. Вот так вот прям чулочком. И все, и вниз сейчас отмеряем глубину. Глубина где-то метра
Два нет. Да ну, полтора-два самое большое. Ну ладно, пускай. Полтора. Завтра померяем, скажем. Да? Ладно. Потому что народ обманывает. Да нет. 5 оборотов. 5 по 10. Полметра. О, ты что, много что ли даже? Да. Вот, а здесь уже на мель, значит, пошло. Или ты зацепил? Нет. Может, трава там? Так вот и оставим ее. Мне кажется, что-то ты мало совсем. Все. Тут метра даже нет. Отстань, да. Ну все, друзья, вот Леха сейчас такой самодельной кашки бахнет. Все элементарно просто, друзья. Пшеночки отварил, семечек туда покрошил. Посветил он. Вон семечки. Вон муть каш. Как подымает. И, друзья, магазинная прикормка добавлена для запаха. Все, все элементарно просто. Ну а карась с ума сходит от этой прикормки. Ну все, друзья, отключаюсь. Вот так вот мы устроились. Да. Вот так вот. Вот так у нас очень светло. Хорошо. Палаточки. Классно. Все, вот они, две луночки у нас с Лехой. Палатки. Там поставили кресты. Сейчас, наверное, что, покушать что-нибудь сделаем, да? Надо перекусить. Картошечки сейчас пожарим, наверное, с тушеночкой, да? У нас же сало. А, на сале пожарим, на сале картошечки. Картошка. Ну, так вот, друзья, как-то вот я из темноты залазю. Ну, так круто. Время у нас уже 12 час. Погода, штиль полный, ветра нету. Ветер, кстати, поменялся, был северный. Мужики вот подходили, говорят, клевало, но не очень. Ну, крупный карасина вообще, говорит. Оковалки, да? У парня вон жена тоже тянула. Не смогли они, короче, его одолеть. Ушел. Говорит, хороший грамм 700 точно. Ну ничего, сейчас и мы с Лехой покушать за варганим. Покушаем, прикормим. Прикормимся. Все. Дай бог, потом что-то подойдет. Ну, вам самое все лучшее, как обычно, снимем и покажем, друзья. Самый лучший. Так что смотрите. Будут. Это вот первый наш день, как мы приехали. Ну все, сейчас будем готовить, кушать. Ну что, друзья, все, пошел процесс у нас. Короче, вон сальцо зарядили на сковородочку. Леха чистит лучок. Ну а я сейчас здесь вот луночки у нас. Ах, запотел. Вот. Луночки, друзья. Сейчас прикормим их, короче. Может дать карасик. О, а у меня что, не пробитое, что ли? Наверное, давал сейчас новый ставить. Не горит? А, он вообще не горит. Вырубай. Он замерзший. Видно. Луночка. У тебя его и не будет. Да? У тебя будет карасик? Ну ладно. Они на кресты будут, так карасик. Сальцо зашкварчало. Классно. Что положить ее? Давай, ложи. Внутри. Выпала картоха. Брал. У нас картоха с салом. Картоха с салом, друзья. Крышки только нету. Да зачем она тебе крышка? Ты жарится. Долго будет. Да? Огня добавь. Вот уже так кушать. Вот, друзья, сидим. Аппетит нагоняем. Кушаем. Вообще классно. Все, я кое-как разбарабанил эту лунку. У Лехи-то уже была такая нормальная. Не, у меня нормальная. У Лехи нормалёк, а у меня пришлось вон там ковырять. Вон там наковырял, короче. Нормально вроде. Сейчас вот она, ведерочка с прикормом. Сейчас бахну. Ну и все. С Лехой как раз попробуем маленько половить. Пока картофан жарится. Картофан у нас жарится. Ты чем не мешаешь, ножиком? Там же ложка. Кого? Есть. Вот. А, лопатка, вот я же. На, мешай. Все четко. О-о-о. Какая вкусняшка.
прикольное, что низ стал подсаливать. Что, соленое стало? Да. Нормально. А потому что с мясом стало. Из-за этого да. Соленоватое. Само то. Так, где там кружки? Стаканчики. Нормалёк. Сидим, друзья. Все, ложки вообще. И вилки доставать. А? Да хоть что доставать. А где-то там железные были наши. Там есть железные. Камера. О. Все, нормалдыка. Одна. А где еще одна железная? Две пластмассовые. Одна железная. Там они в этой остались. Со сковородкой вместе. Обе. Это я уже брал алюминиевую из дома. Это твоя алюминиевая? Ну. Не, нормально. Я не за. Не, а можно крышечки прикрыть? Там есть крышки сверху. Но она маленькая, да? Это не помп. Нормально. Само то. Само то. А сыр же где-то есть. Сырка можно открыть, да, косичку? Где-то есть пока. Где-то. Где-то есть у нас сырок. Сейчас придет и карасек. Ну так светло, классно. В палатке вообще как дома сидим. Тепло. А, ты специально, чтобы выветривалось, да? Да. Не понял. Завтра ждите его. Кого? Карася? А карамбуса. Кого? Карамбуса. Карамбуса? А карасямбуса. Карасямбуса? Не, сегодня будет. Сейчас. Сейчас попрет. Рано. Сейчас еще позже надо пройти кашки, прокидать еще в те лунки. И все, и будет нормалек. Все, еще отрезать или пока хватит? Да пока хватит. А что, сиденье налил? Кого? Или налил? Я же не пью. И пьяных презираю. Сам не пью, пьяниц ненавижу. Ну, мы же их не пьем. Это же ведь это как... Не ради пьянки, окаянный, а дабы не забыть. Ну, давай, Лень, за приезд. Давай. Друзья, за ваше здоровье, как всегда. Хоть никто среди ночи не соберется ехать домой. Ну да, тоже верно. Ну нормально, сидим. Все хорошо. Картофан жарится, рыба прикармливается. Я думаю, будет вообще вот такая рыбалка улетная, да, Лех? Да. Ну, жалко, давай. Пашка в расстройство. Пашка не поехал. А, нет, ну как не поехал, работает. Да и Леха в Питере тоже переживает, уже звонил. С женой уехал, день рождения, отдыхают, подарок сделала ей фирма. Ну а мы с Лехой сделали себе подарок, мы да? Мы себе сделали. Приехали на карася, на крупного. Я буду, думаю, вот так вот, по-любому будет сейчас дело. Когда его время, никто не знает. Да мы не торопим. Оно бывает в тот период. Пойдем еще сейчас. Когда будем... вообще не думаешь. Сейчас покушаем. Пойдем еще кашки бахнем. Думаешь? 100%. Ну, давай бахнем. Он соберется. Ну, мы сейчас перекусим. И нормалек будет. Давай бахнем. Ну и что, все, наверное, да? Да все, конечно. Пусть это растет, что тебе. Я посильнее открою. Окошко закрывай. Ага.
А, ого, горячо как. Ну что, ходи мы найти. Нету. Бутербродик нам нету раздавать. Ну все, друзья, вот так вот сейчас покажу. Опа-на. Вот такая получилась картофанка у нас вкусная. С салом. С салом, с лучком. Газ. Газ маленько, тепло нагоняет. Сейчас. Ногой. А то окошко открыто было, все равно прохладненько. Да. Ну все, друзья. Все так, все прекрасно, сейчас хорошо. Будем кушать, все. Перекус. Я себе с краешку. Что мы, получается, поели часа в 4, пока ехали туда-сюда, вот, пока расставили крестики. Короче, пока все установили палатку, время уже позднее, что, 12, первый час, наверное, да? Не знаю, не смотрел даже на время. Ну, я тоже, честно, не знаю, друзья. Ну, я до этого смотрел примерно где-то 12, первый час сейчас. О, давай точно скажу. Ну, давай точно, давай. Может быть, и я что-то не то говорю. Только в лунку не утопи телефон. Не утопи. Сколько? 23:59. Ну, 12 часов ровно. 23:59. Сейчас несколько секунд и будет ровно 12. Ровно 12 часов. Ночи. Ну, я примерно так и предполагал. Ну, все, сейчас кушаем. Пойдем еще лунки, где поставили кресты, кашки туда еще бахнем сверху. Наверняка. Ну и посидим, половим. Андрюха нам. Андрюха. Посидим, половим еще, короче, друзья. Попробуем. Будет клевать, не будет, нет. Пойдем, ляжем, отдохнем. В принципе, у нас время вот так. Ну все, начинаем трапезничать, да, Лех? Не будешь его резать? Ну что, вкусненько. Нет. Очень вкусненько. Ни к чему. Вообще обалденно. Картофан обалденно. Угу. С отцом. А еще на природе. Я только что хотел тебе сказать, что-то жарко стало. Нос чешется. Бахнуть надо. О, можно шапку снять. Эти дуги отпотели. Ну да. Свои причем стороны. А свои? А вот. Есть тоже. Мокрые тоже все. Ну да. Так, друзья, у нас первая поклевка. Вон он, крест стал. Леха отдал, блин. Не знаем, друзья, что там есть, нет. Давай, Леха, подсекай. Подсекай. Есть? Нету. Нету. Ёк-макарёк, сошла. И червяка нет. Есть червяк. Холостую. О, это уже интересно. Ну ладно. Ничего, ничего, ничего. Это уже радует, да? Ну, это уже как-то оживило. Это какую мы проверили? Третью. Ладно. Уже веселее. Уже не идем просто дальше. Так идем так, дальше, да. Друзья. Вот, друзья, наступило утро. Вот он, один крест стоит, но что-то не шевелится. Может быть, даже и нету там ничего. Все замерзло. О, ворочки нету, да? Ну, где в палатке?
О, я умылся. Лёха умылся. Проснулся после вчерашнего. Ну что, есть? Есть. О, Лёха тянет. О! Ну ты что? Вон он сошел. Все, он толком не заглотил. Ну все. Видишь, он упустил Лёха. Не засосал толком. Ну ладно. Проверим. Поставим обратно. Вот, друзья, еще один. Вот шевелит, сработал. Или сидит, или отпускает, непонятно. А, сидит. Давай, Лёх. Ну ты чё, зачем? Надо было лед пробить. О, сидит. Под жопу его. Под жопу его сразу лезь. Под жопу давай, не упусти. Ух, хороший. Ух. Ну. Вот оно он есть. Есть. Есть карась. Друзья, есть карась. Хороший, да? Он только-только начал кусать. Под утро брать. Ага. Он даже у нас не еще, друзья, есть подъем. Ну как вы, Алексей? Приятно. Мы еще сонные, друзья, не обращайте внимания. Да, еще лица не умытые. Смотрите, какой карась. Друзья, вот моя рука. Вот он. Я сейчас ногу поставлю, 45-й. Ну этот грамм 600 такой, да? Поросюха. Отлично. А что ты опускаешь? Есть червяк? Есть. Он беспонтовый, на свежую. Ну пока. А, свежий же у нас есть. Конечно. Ну ладно, бросай. Пошли мы тебе проверять. Давай. Я вот этого проверю. А ты вон тот уже, который в лунке. Который вчера ночной был. Давай. Бери камеру. А ты вон того уже давай. Здесь непонятно, короче, друзья. Вроде бы завел. Ага. Приподними маленько. Сидит. И все ломай. Есть. Есть. Шибки нету. Есть, есть, есть. Лед. А за губу еле держит. Да, 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 да. Как оно и есть. Да жабру бери его. Вот оно. О, еще вот, один. Друзья, еще один. Хороший. Приятный. Приятный. Вон еще один стоит. Сейчас проверим. О, друзья. Смотрите, какой красавец. Классный. У тебя тут крупнее был ли? Вот она, нога 43-го размера. 43-44. Вот он красавец. Все, оставляем. Ну, пойдем. Давай. Давай, иди твой. Лехин. Мы по очереди, друзья. Вот он, Лехин. Приподнимай. Там надо сеять и проверять, потому что вмерзнуть могло. Есть. Есть, давай. Ага. Подсек? Да. Вот он. О, Леха тащит. Ух, хороший. Ух, пора. Под жабру. Это поменьше. Вот он. Маленький. Хрена себе маленький. Грамм 400. Минимум. Бросай сейчас там. Вон он, красавец. Ну это-то поменьше. Ну, поменьше, понятно, но. Ну что, откуда идем проверять остальные? Вон, пойдем с дальней, вон еще, по-моему, стоит. А, давай возьмем оттуда и начнем это перезаряжать. Да, давай пишню сразу возьмем. Ну пишню надо в эту идти брать. Ну пошли в домик, пишню возьмем. Ой, друзья. Ну вот так вот. Начало вот такенное. Леху разбудил. Смотрю, рыбаки зашевелились. Я говорю, пойдем, Лех. Еще время у нас 15 минут. 6-го, друзья. Утро. Ночью, короче, была одна поклевка. И все. И все. Ну вот. Сейчас посмотрим. С утреца, что к чему. Рыбаки жаловались, кстати. Рыбаки. Не очень, говорит, что-то был клёв. Ну не знаю, вот.
Может быть, да, вчера погода менялась, ветер. Может, было и не фонтан. Ну, сегодня вот утро. Уже три. Три вот таких. Классно. Сейчас возьмем пешню. И будем пешней раздалбливать. Проверять все, потому что ночью был морозик. Если видели, лед прям корочкой. Такой почти сантиметровый. Корка и лед. А пойдем с дальних, Лех, там. Дальний. Сейчас я червяков возьму. Там на дальний, по-моему, еще один крест перевернутый. Друзья, не удалось заснять. Но он еще не клюнул карасик. Этот вот самый мелкий, друзья. Такой. Грамм 250-300. Идем дальше. Че, Лев? Нет, нет. Нету? Тихо. О, тут хорошо промерз. Ну вот, промерзло. Сколько здесь? Миллиметров 5. Но это мы еще полночи чистили, ходили, друзья. Здесь похоже, что нету тоже. Здесь пусто. Выросла капуста. Здесь тоже, кстати, червяк обсосанный весь. Обсосанный? Ага. Надо перезаряжать. Ну раз ты говоришь целых всех заряжал. Все целые были. Ни одного. Половинку не одевал. Ну, значит, я говорю, что... И ломти. Такие, друзья, лапти. О, какие поросюхи. Офигеть. Просто нереально. Вон, друзья. Красавцы. Красавцы. Thank you.
and I are working here today is evidence of that. Ребят, червячка свеженького одену, пройду по луночкам, кашки, малашки подсыплю. Пойдем сейчас кофейку попьем. Проснемся маленько с Лехой. Ну, утро прикольно было. Подходили мужики, говорит, уже двое суток. Всего 4 поймали. А вы, говорит, молодцы. Ночью поставили, вот 4. Место угадали. Вон, смотрите, как солнышко встает. Удрички. А что-то небо какое-то хмарое, да? Небо хмарое. Ну, ветер поменялся, западный. Хорошо так, нормально. Так, у нас закипает чайничек. Уже закипел, ты отключил, да, наверное, Лёх, или нет? Не отключал-то? Я заново включил. Мы же кофе не нашли сначала. Да, ты отключил, да? Я его отключил. Сейчас, смотри, закипит. Отключил. Хорошо. Хорошо, вот кофеек, друзья. Сахарок, кофеек. Фу, с утра надо попить, взбодриться. Да, обязательно. Надо. Да, Алексей? Конечно. Вы взбодритесь? А то глазки все спят. Глазки спят? Да нет, я уже как-то нормально. Так, они еще подслипшиеся, ну. А потому что не умывались, надо в лунку. Ну, надо в лунку. Лицо умокнуть. В лунку надо пойти, обмакнуться. И нормально. Сейчас солнышко встает потихоньку. Потихонечку просыпается. Что-то движуха. Водичка. Водичка, все, отрубай, закипел чайник. Взбодриться, проснуться.
в атмосферу рыбацкую окунуться. Ой. Только рыба нас подводит. Да что она подводит? Четыре штуки. Ну, а ты это не показатель. Ну, это не показатель, но вон ребята шли мимо. Двое суток четыре поймали. Они не в то место пустили. Мы с тобой только приехали. Толком еще не рыбачили. А уже что-то много. Бахнул кофею. Взбодриться самое то. Это уже да, ну, было бы перебодриться. Еще бы кофе. Ты что, обалдел, это вкусный кофе. Шоколадку будешь? Да давай, шоколадочки с утреца. Сникерс. Не, а там есть Риттер Спорт. Вот в пакете. Ну, с орешком такой хороший. О! Вот. Да Колумбия, да? Город Руза, рабочий поселок Тучково, улица Партизан, дом 49. Квартира 45. На хате выращивают кофе. Изысканный, ароматный, экзотический. А нет, изысканный аромат экзотических земель. Земель? Земель. Земеля! Не, нормально. Хороший кофе. Вкусный, не кислый такой. О, крест стал, Лех. Пойдем, друзья, у нас стал крест. Прямо у меня на глазах произошел подъем. Идем подымать. Идем прямо на глазах, вон он стал. Сработал этот угол. Дальний. Так, сейчас не торопись, подождем. Видно, или заглатывает, или что, не шевелит. О, 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 давай, пробивай лед, лед, лед. Ух ты, нифига. Хороший. 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 Хороший давит. Тихо, тихо. Потихоньку, потихоньку, не форсируй. Под жопу, ух, главное ты его сейчас бери. Ух, под жопу, под жопу. Какая под жопу? Суй, под жабры. О. Ух, хороший. Леха сегодня самцов вытаскивает. А где наш этот левник зелененький? Засосал? Засосал. Ну все, я пошел тогда. О, и этот угол заработал, да? Да. Все, давай тут. Рассказывай, ребят. Рассказывай. Я ему сейчас палец в рот сосу. Леха, изверг. Ну-ка, попробуй. Пошел. Достанешь? Вот он. Нет. Значит, он палец. Ты боишься, что он тебя откусит? Да ну, он не кусается же. Ну. Просто. Давай я возьму. Че ты пихаешь? Все равно за червяком. Сиди, общайся. С карасем. Хороший. Хорошенький. Хорошо давил. Красавец. У меня в сундуке. Мутанты. Лёхина голова меньше. Ну, нашел с кем сравнить. А у тебя маленькая голова просто? Конечно. Понял. О, уже пятый. Уже пятый карасямба. Чешуя у него здоровая. Следующего я снимаю. Нет, ты только сходишь, снимаешь. А, все, понял. Вот так камеру. Вот. Такой вот Лёха жадный. Все. Я нет. Жадный, не дает. О, что? Наша палочка в прошлый раз, смотри. Значит, здесь мы рыбачили. Да, я тебе говорю, вспомни, угадали место наше. Двое идут с санями, видел? Ага. Оползли. А они со мной тарахтели на малое парное они. Мужик. Ну чё как?
Да ну его! Че? Видно ни одной. Ну вон все идут. Я говорю, о, у вас, говорит, ништяк. Ну вот плотвичка. Миленькая клюет. Пашка, фотографию скинь, скинь фотографию. Пашка переживает. Ага. На удочку бы карасик зашевелил бы, вообще было бы классно. Ну ладно, еще не вечер. О, крестик стал где. Стал крестик. Идем. Стал Леха. Вон на старую. Сейчас только что встал, смотрел, не был. Вот он поднялся. А я поставлю сейчас ее. Она на стоечке, не? Я Пашки. Пашки давай. Да. Ну не шевелит что-то, Лех. Что-то, ну и ладно. Может холостая. А нет. Нет, что-то дёрнул. Вот сработал крестик, Паш. Так, ну что, проверяем, да? Сейчас Диман будет. Не, холостая. Холостая была сработана? Холостая, ага. Ложная тревога. Ну ничего, значит. Оно обсосало всего, всего червяка. А червяки есть у тебя? С собой нету. Надо идти брать. А вон она прилетела, подруга. Там плотвичка мелкая. Чуть попробовал, не стало есть. Смотри, что. Зажравшаяся, однако. По кругу опять пошла. Второй раз уже подлетает. Попробует, что-то бросит. А может быть попробовала, что? Может замерзла? Да ну, она когда голодная, по-моему, все хватает. Тогда, значит, это корм. О, хватает. Еще вот она идет. Может, она позывной дала? А, ну это вообще-то этот, это коршун. Это уже коршун. Смотри. О, сейчас возьмет ее. Лишь бы нас не утащил за капюшон. Вот красавец, да? Все, сейчас хапнет. Вот, он и кружит, смотрит. Смотри. Сейчас на посадку пойдет. Вау, сейчас еще раз. Заход. Кружит, кружит, кружит. Красавец. А, красивый. Пошел по кругу. Ну, он посмотрел, высмотрел, где чайка потюкала. Он кружит возле этого места и кружит. Давай, ты бери. Та хитрая не захотела. Ты хоть съешь. Ну что, друзья, народ собирается он потихоньку. Время 9 утра у нас. Народ, все. Ну, говорит, так карася и не увидели. А, кстати, одну он. Сейчас плотвичку покажу, друзья. Одна бахнула. Вон какая. Плотва, смотрите. О! О, какая! Он живая еще. Вон. Такая нечешная. Прикольная. Ну что, друзья, короче, запарились с Лехой. Как его называют модно, бич-пакет. Бич. Запарили. Сейчас перекусим. Иногда он уручает. Пока, короче. Очень хорошо. Время у нас 10 час. Утра. Пока карась не шевелится, да? Тишина. Тишина. Все, вот с утра. Даже и сорожка что-то. С утра бахнули. Маленько. Адреналинчику. Ну а сейчас все затихло. Сейчас, короче, перекусываем. Ну и пойдем попробуем еще, конечно. Интересно. Ну, что-то у всех тишина, он уже много кто уехал. Многие уже уехали. Все, говорит. Хочу сидеть, говорит, ни одной поклевки. Ну, как-то так. Ладно, покушаем, посмотрим. Видно будет. Ариэль, слушай меня, весь мир людей не для нас, а жизнь под водой намного лучше, чем там наверху.
заметь, что в соседнем море всегда голубей вода. Грустишь о земном просторе, но все это ерунда. Взгляни-ка на мир подводный, веселье и благодать. Чудесный он и свободный, о чем же еще мечтать? В мире морском, в мире морском, каждый добрее, каждый мокрее, каждый знаком. Там на земле весь день с утра куча работы и жара. Мы же беспечно резвимся вечно в мире морском. У нас океан улыбок и равенство рыбьих прав. А там наверху всех рыбок сажают в стеклянный шкаф. И это не худший случай из разных надводных зол. И если там будут кушать, тебя подадут на стол. О нет, в мире морском, в мире морском, тут нас не схватят, тут нас не сварят с лавровым листом. Тут мы вдали от ловких рук, тут не поймают нас на крюк. Пусть я зануда, жизнь это чудо в мире морском, в мире морском. Модные ритмы, строчки, рифмы ночью и днем. Здесь я сёдры, даже скат плавать без песен не хотят. Целые сутки танцы и шутки в мире морском. Друзья, встал крестик очередной. Ну что-то не дергается, походу, порожняк. Давай, твоя очередь. Да она не дергается, Лёх. Ну на. Мне кажется, пора. Ну, давай подождем. Только шевельну. Не. Подходит, мацает. Смотри, да, что делает. Он видно, что это. Хотел кончик погрыз. Хотел коротким. Ну, погрыз. Ну что, друзья, все, закрыли мы с Лехой сезон. В принципе, порыбачили неплохо. Да, карася мало. Очень мало. Очень мало. Карась крупный, но мало. Может, погода, может, еще что-то. Ну, карась это такое существо, что да, его не поймешь. Он бывает в плохую погоду клюет, как с пулемета. Хорошая погода, клёва нету. Ну а погода, в принципе, была неплохая, да? Да погода тут фу, как бы. Бывало, ветер менялся. Ну, менялся. То западный, то северный, да. То восточный, вообще не поймешь. То есть по кругу. Непонятно было. Ну, забыла. В принципе, все нормально. Так что, друзья, все. Рыбалку мы закрыли сезон. Видео покажем. Красоту, воды. Красоту все это покажем. Покажем. Поклевки какие были, что успели заснять, как говорится. Так что, друзья, смотрите видео, не перематывайте. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. На все, что знаю, как всегда говорю, на то и отвечу. Ну и все, всем пока, до новых встреч. Всем пока.